До опасности пока дело не доходит, но подбор за Лестером. Опасно, Варди, скидка, Казаки через себя, 1-0. Фантастический гол забивает Лестер на 25-й минуте этого матча. Это делает Синдзи Казаки. 7 игроков Ньюкасла столпились штрафной, а опорная зона подбору штрафной никого нет. Но чем меньше рост, тем больше, наверное, акробатические возможности. Вот, выбит мяч и нет подбора. Выбей по центру, все одно игрок Лестера забирает. Это уже не дорога игроков Ньюкасла своей штрафной, и никто никого не держит. То есть перевод мяча, перелет мяча справа налево ставит их всех в тупик. Если бы свистнул судья, наверное, в момент, когда мяч летел еще до головы игрока Ньюкасла, свисток мог бы обозначать...